«Позвольте отведать» – программа о том, как питаться вкусно, а главное – полезно. Лето – пора отпусков, и те из нас, кто еще не побывал на море, либо мечтают об отдыхе, либо строят активные планы, а значит, пришло время привести себя в форму. Так что сегодня мы выбираем продукты, исключительно полезные для фигуры. Если вы задались целью сбросить пару лишних килограммов, обратите внимание на овощи и фрукты, тем более, что летом эти продукты на прилавках находятся в изобилии. Овощи низкокалорийные, содержат много клетчатки и витаминов, а самое главное – быстро утоляют голод. Отличными диетическими продуктами являются кабачки, огурцы и тыква, брокколи, редис, перец и морковь. Фрукты заряжены витаминами и природными сахарами, цитрусовые способствуют пищеварению и очищению от шлаков. Еще один суперфрукт для диетического питания – это ананас. Он содержит бромелайн, который помогает в переваривании тяжелой белковой пищи. К слову, самая полезная часть ананаса – это его сердцевина. Она в наибольшей степени насыщена микроэлементами. В качестве основного блюда при диетическом питании лучше выбрать рыбу. Однако следует заметить, что наибольшее количество полезных омега-3 жирных кислот содержится прежде всего в жирных сортах рыбы. Именно их желательно использовать для рыбной диеты. Самое главное, все необходимое вы без труда найдете в грамотно зонированном гипермаркете. Человек должен употреблять рыбу предпочтительнее и чаще, чем мясо. И по крайней мере 2-3 раза в неделю обязательно мы с вами должны употреблять рыбу. Предпочтительнее это морские сорта рыбы. Они богаче жирными кислотами, о которых сейчас много говорят, которые влияют на хороший и плохой холестерин, на очищение и возможность как бы не налипания на стенки сосудов вот этих самых холестериновых отложений. Не стоит забывать и про молочную продукцию. Утром и вечером диетологи советуют употреблять кефир. При этом покупать обезжиренный продукт смысла нет. В нем мало полезных веществ, да и сытости он точно не прибавит. А вот йогурт, напротив, следует выбрать с низким процентом жирности. Лучше, если йогурт будет питьевой и со злаками. Пить кефир, молоко, ну, овощи, фрукты. Там еще, ну, заниматься спортом. У меня есть свой личный пример диеты. Надо есть 3 дня овощные салаты и фрукты. Для диетического питания, мне кажется, лучше какое-нибудь мясо отварное, рыбу, курицу, фрукты, овощи обязательно. Исключить жареное. И обязательно двигаться. Для завтрака лучше всего подходят каши, особенно полезна рисовая и овсяная. Вместо сахара хорошо добавить в блюдо сухофрукты или орехи. Последние можно употреблять в качестве перекуса. В них мало углеводов, и они быстро и надолго утоляют голод. Определившись с видом диеты, не забывайте о том, что рацион обязательно должен быть сбалансированным и разнообразным. Только тогда диета пойдет на пользу вашему организму. Ведите здоровый образ жизни. А с вами была программа «Извольте отведать». Наполняйте свою потребительскую корзину грамотно. До скорых встреч!